Вот какой Бон. Биг Бон. Макс. Новый Биг Бон такой я увидел в магазине. Называется Биг Бон Макс. Залейте крышкой, подождите. Значит, видите, все. Просто есть какие-то Биг Боны, куда соль добавляется потом, в самом конце. Вот. Состав вроде нормально видно, да? Хотя вряд ли кому-то интересен этот состав. Просто я все время смотрю... Ой, блядь! Фу, блин! Когда-нибудь до сумасшествия доведет этот телефон, такой звонок, надо менять. 15 минут, как японцы рекомендуют, не дают придолбить. Вот кому чего надо там ядреныть? Бывали мы за знобушкой сегодня в Макдональдсе. Картошечкой фри подчевались. Да чего ж картошка там хорошая? О, буржуй ненажерный, все по ресторациям фастфудационным шастаешь. Мы люди простые, мы картошечку фри можем и сами приготовить. Для этого нам понадобится всего лишь сходить в близстоящий магазин, купить там вот такую правильно форменную картошечку. Не обязательно, чтобы она была била. Все они хороши, я пробовал, друзья. Ну и, конечно, как дополнительное оборудование, кому чего, я буду использовать кетчуп. Жарить будем картошку. Ба-бам! В мультиварке, в недавно вышедшем ролике мы делали наггетсы. У меня осталось масло, но не выливать же, да? В ём мы будем делать. 3 захода можно пропустить масло, потом выливай. Итак, для начала, конечно, нам нужно хорошенько масло прогреть. У меня есть такая функция, друзья, в мультиварке. Жарко в масле, как раз специально для фритюры. Я просто как-то не замечал ее. Я вот по этим долблю суп жарко, суп жарко, суп жарко, да, в основном. А тут же куча всего. Вон и хлеб можно печь. А, в общем, в прошлом ролике я показывал вот такую вот штучку свою модную. Так, открываем картофан. Нам больше никто не помешает. Я его выкинул на помойку. Правильно сделал. 5 из 5. Так, открыли наш картофель, друзья. И производим засыпаньку. Ох. Побольше надо произвести разрез. Тьфу, блин, что-то я много. Что-то я как-то много сыпанул. Мне столько не надо. Половину отсыпаем. Ну столько, ну куда? Куда? Я же объемся. Ну столько будет достаточно. И так. Работаю без оператора. И производим загрузку. Фэншуй. Не забываем посолить, друзья, нашу картошечку. Знать бы, использовал бы специальные есть приправы, прям для картошки фри. Немного соли и еще вот такого чесночка добавлю, сушеного. Лишним не будет. Много не надо. Вдруг девицы, красавицы придут, а мне целоваться. Кетчуп кальве у меня неаполитанской, 100% натуральные ингредиенты. Не удивляйтесь. Вот сюда я на краешек тарелочки. Также дополнительным оборудованием буду использовать пепси-колу. Кстати, в магазин не била. Она сейчас стоит 47 рублей. Акция литр 75. Видимо, грядет подорожание. Просто так не будут товар распродавать. Я так думаю. Ну что ж, друзья, если вы кушаете, приятного аппетита. Я начинаю дегустацию картошечки нашей фри. Ну, обычный цвет такой. Под фильмец вот так вот ее.
все своими руками делаем. И в Макдональдс ходить не надо.